Пойдемте зайдем в светофор. Появилась вот такая полочка для обуви за 456 рублей. Трехъярусная. Новиночка в светофоре. Вот такая лампа настольная. Представлена в 5 цветах. Цена 449 рублей. Также появились аккумуляторы за 3239 рублей. Наличие лотки для кошачьего туалета. 137 рублей. Объемная кастрюля 5,7 литра. Нержавеющая сталь. 628 рублей. А эмалированная кастрюля здесь стоит 862 рубля. Снова в наличии набор контейнеров за 145 рублей, 8 штук. Появились контейнеры для заморозки. В наборе 3 штучки за 81 рубль. Также новиночка электробарбекю. Сейчас покажу поближе. Выглядит она вот так. Цена 1581 рубль. Светофор уже завезли. Самки зимние, ватрушка. Цвета пока красный и синий. Цена 982 рубля. Появились конфетки в нежно-сливочно-кокосовой начинкой. 500 грамм. Цена 128 рублей. Жена самурая конфетки. Здесь выходит 1 килограмм. 204 рубля. Также появились конфетки рожок с разными вкусами. 0,5 килограмма за 106 рублей.